О, у нас сегодня опять праздничный ужин. У нас опять праздник. О, привет, друзья. А что, ужин должен быть только на празднике, не понял? А по какому поводу праздник? Ну, какое-то там сегодня марта, я не знаю. Ну да. Закрыли очередные несколько, в основном, российских банков, сняли блокаду, назначили блокаду. Ну, как всегда, все как всегда в Украине. Ну, а тем не менее, кушать хочется всегда. Так, сегодня у нас, короче, курочка. На первое у нас курочка жареная. Ой, как она пахнет. С Она курочкой. просто невероятна, Не просто. жареная, а печеная, да еще и печеная с картошечкой. Я туда ближе камеру не заношу, потому что там дикий жар. Так, а на гарнир у нас летний весенний салатик с капустой лучком. Вот. А второй гарнир у нас, значит, голландский сырок с чесночком. Все потерто на терочку, заправлено. Это как называется? Это оригинальная закуска. Чеснок, лук. Очень оригинально. Очень оригинально, я уже слюнями захожусь. Чесночок, лук. Немножко. А, майонез обязательно. Ну и сыр голландский, конечно. Грамм 400. Вот. Голландского? Да. Вот, и летние одни витамины. Сейчас мало витаминов у нас, поэтому надо кушать витамины. Это все? Не понял. 50 кусков курицы и 2 тазика салата, это мало, Ну, что под ли? такой закусь нужно соответствующую бутылку. А, ну естественно, ну то само собой. Тоже с тебя. В холодильничке? Я понял. Тоже с тебя. Сезам, откройся. Так, нет, мы вас не будем смущать. Пропаганда алкоголя и табачных изделий и так зашкаливает на украинских каналах, поэтому мы только по еде. Ну что сказать, смачного. Да? Подписывайтесь, лайкайте, Будьбу. делитесь нашим видео и учитесь, как надо готовить легкий ужин. Особенно уточки. Да, особенно уточки. Так, ну, в принципе, готово. Пойдем мы кушать. И всем приятного аппетита. Дзынь-дзынь. Так, ну что. Пожалуй, приступим. Так, не соблазняй наших зрителей. Ага. Залил все. Залил, на нас напали. Осторожно. Так, где тут самый красивый кусочек? А у меня все самые красивые. Ножку или это? А, начнем с картошечки. Ой, какая картошечка. Не, это словами передать невозможно. Это невозможно даже изобразить на видео. Так, ножку. Ой, какая она тает во А, рту, не она в руках. тает во рту, это непередаваемо. А не в руках. Так. Что еще? Грудинку? Пока хватит. Пусть горячая будет. А? Ладно, мы Все. пойдем кушать. Пошли мы хавать. Всем смешного. Всем приглашаю в гости. Всех. Со своей выпивкой. Закуска наша. Смачного.